Добрый день. В эфире передача «Кинопанорама» с Юрием Рязановым. И в гостях у нас Александр Сергеевич Ковтунец, продюсер и исполнитель главной роли в фильме «Я учитель». Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Ну, фильм еще, наверное, мало кто видел. Представляешь, я слушаю. Фильмов о войне снято много. Чем-то ваш фильм отличается? Безусловно, фильм сильно отличается от, по крайней мере, современных фильмов о войне. Для нас было важно снять его в все-таки в классической форме, когда мы говорим про красивый кадр, про серьезную драматургию. И мы взяли фильм о событиях, о которых очень мало рассказывали вообще в кино, о оккупационной территории, оккупированной территории, да, о оккупационном периоде, когда, представьте, в течение 3 лет почти 20% территории Советского Союза находилось под оккупацией. Партизанское движение появилось только через год-полтора, по крайней мере, массово. Понятно, что отдельные очаги сопротивления были, но их было не так много. Люди как-то должны были жить, как-то должны были выживать. И эта тема действительно, знаете, так очень сильно волновала. Очень хотелось разобраться. И не просто разобраться, а на примере учителя, на примере человека, который не просто, знаете, живет на этой территории, а от слова которого зависит, как будут дальше жить и ученики, дети. Ведь дети, они очень восприимчивы к любому слову. И вот получилось, что тема духовно-нравственного выбора героя, она является ключевой, потому что в начале фильма мы видим, что учитель живет в некой внутренней гармонии с собой. Вы только представьте, что сначала этот человек, как и многие жившие в то время, жил при царской власти, потом жил при власти временного правительства, потом пришли красные, потом белые, потом анархисты, потом опять красные, потом пришли немцы, и он просто для себя сделал вывод, это просто новая власть. И для того, чтобы понять, что это пришла власть, которая должна уничтожить русский народ, должно пройти некоторое время. Мало кто знает, но оказывается, для того, чтобы учить в школе на оккупационной территории, нужно было получить специальное разрешение у фашистских захватчиков. После этого разрешения можно было только 7 предметам учить. Самым простым — естествознанию, арифметике и так далее. Вернули, правда, закон Божий, но обязательно читать историю Германии. И вначале учитель так и живет. Но потихонечку, знаете, сама история, сама жесткая такая история противостояния, война все-таки идет, она закручивает учителя в определенный водоворот, когда он может и должен сделать выбор. Потому что нам только кажется, что человек может находиться в нейтральной ситуации. Такого не бывает никогда. Мы всегда идем или вверх, или вниз. Вообще, фильм о войне обычно фильм жесткий. Какая градация? Это фильм семейный или это все-таки фильм... Это фильм семейный, 12+. По крайней мере, моя 13-летняя дочка смотрела, она очень избирательно такие фильмы смотрит, и ей понравилось. Но я скажу, что и мой 7-летний сын смотрел, все понял. Вот, просто есть некоторые кадры, скажем, в начале фильма идет жесткая хроника, абсолютно реальная хроника тех лет. Я попросил его не смотреть именно вот эту хронику 4-минутную, а все остальное можно смотреть детям. Но из-за хроники у нас не 6, а 12+. И в конце есть момент, когда погибает значит, один из персонажей, когда, ну, в общем-то, кадр, который может быть не очень там полезен именно для детской психики. В остальном это абсолютно подходящее и для самых маленьких детей кино. Более того, вы знаете, мой сын 7-летний, когда посмотрел, 2 часа после этого он меня расспрашивал о нюансах разных. То есть вот по каждому герою, по каждому эпизоду, то есть у него возникло столько вопросов, и это прекрасно. Вы знаете, у нас было 3 закрытых показа и премьера, и вот после каждого показа
колоссальное количество обсуждений, потому что каждый в этом фильме увидел что-то свое, каждого что-то свое тронуло. Но самое главное, что тронуло, меня радует, что на данный момент трогает. И знаете, еще на какой момент хотелось бы обратить внимание? Есть в этом фильме эпизод, когда главный герой, учитель, оказывается в самолете с бойцом, красноармейцем, и не дает ему выстрелить. Потому что понимает, что если сейчас произойдет выстрел, они оба погибнут. Это такой очень важный момент, потому что человек, которого я играю, далек от веры. И он не в состоянии отдать свою жизнь, когда понимает, что сейчас закончится его жизнь, и дальше ничего не будет. И он не готов ее отдать, даже несмотря на то, что это может принести очень нехорошие последствия его любимой женщине, ее сыну. Он внутренне не готов к этому. Когда я играл этот эпизод, я вспоминал себя в детстве. Ведь мы воспитывались в атеистическом государстве. И на вопросы, когда я задавал родителям, а что будет, когда я умру? Мне говорили, ну, ничего не будет. Это меня в жуткий страх вводило, понимаете? И мне это очень помогало в этой игре, потому что я просто вспоминал вот то состояние, которое было, и для персонажа, учителя, вот, он был важен, этот страх. Но потихонечку мы видим, что человек ступенька за ступенькой берет, и только обретя веру, он перестает бояться. И вдруг впервые в фильме мы видим человека, который еще вчера боялся, а тут пули летят, а он уже абсолютно спокоен, он не дергается, вот, он уже идет к цели. То есть человек становится цельным, когда обретает веру. Вот, собственно говоря, это самая главная мысль этого фильма. Я думаю, фильм удался, его нужно всем посмотреть. Процесс возрастания героя там показан от такого, знаете, полутрусливого, я бы сказал так, который готов работать при любом режиме. Он в конце выбрал, ну, не будем рассказывать, чем фильм закончился. Я бы хотел, чтобы все этот фильм посмотрели. Знаете, Юрий, в самом конце хотелось бы, как это, по скрипту. Да? Так вот, по скрипту мы, когда показывали фильм на Пекинском международном кинофестивале, представьте, из 443 фильмов из 42 стран мы попали в число 15 лучших из 12 стран. И вот показывали трем аудиториям, жюри, средствам массовой информации и студентам. И вот встает 18-летняя китайская девушка и говорит, а я правильно поняла, что этот человек смог измениться благодаря христианской вере. Уже одного этого комментария достаточно для того, чтобы этот фильм появился. Так что действительно это желаю хорошего просмотра всем зрителям. Это было в Китае, в Пекине. Спасибо за этот фильм. Думаю, вся страна его посмотрит. Неплохо, чтобы, может быть, и в школах его показали. Кстати, вот в школах его можно показывать? Его можно, конечно, показывать в школе. Более того, мы планируем осенью организовать специальные показы для школьников. И в гостях у нас был Александр Сергеевич Ковтунец, продюсер и главный герой фильма «Я учитель». Спасибо.